До автоматизма оточены действия украинских фронтовых медиков. Под обстрелами, по бездорожью они эвакуируют раненых военных. Говорят, самое главное в первые минуты – это стабилизировать состояние пациента. Давайте посмотрим, как работают военные врачи в одной из самых горячих точек Донецкой области. Несмотря на непогоду и размытые грунтовые дороги в зоне боевых действий, украинские военные медики стараются максимально быстро доставить раненых защитников в ближайший полевой госпиталь. 30-35 минут, в зависимости от погодных условий и в зависимости от нагрузки. Еще бывает, если у нас сильно тяжело раненый, надо медленно ехать, чтобы его не трясло в дороге, потому что ему очень плохо от этого. Уже на месте в этом импровизированном медкабинете военный рассказывает врачу, что был ранен 2-3 часа назад. В данном случае человек жалуется, что ему тяжело дышать. Тут может быть проникающее ранение с поражением легких, поэтому я должен его осмотреть. Осмотр также предполагает УЗИ. Изображение выводится на экран мобильного телефона. Сейчас будет укольчик. После обезболивающей инъекции медик делает перевязку. Последние несколько недель на их направление было очень жарко. Но сейчас уже поспокойнее, делятся фронтовые медики. У них есть все необходимое, чтобы лечить раненых. А преграды на пути к пациенту в виде бездорожья преодолимы.